Ой, что-то волны-то пошли какие. Нормально. Бля, как избиться с курса можно? Да, походу нам прямо в шторм, Кирилл. Нормально, нормально. Что мы будем бздеть, мы скелетов идем убивать? Что нам это шторм? Которые светятся, между прочим. Спеть бы, но был бы третий, который на гитаре бы все это пел, чтоб шторм как-то веселее было. Высоцкий, да, какой-нибудь? Ну, типа того. Ты, кстати, похож немного на него. Ну, тогда ты похож на... На кого? Говори, не стесняйся. На брата Игоря Николаевича. Ну... Возможно. Но в основном... Я забыл его имя, но оно... Оно заканчивается... Грузинская фамилия, если честно, я забыл этого пинца. Так, по-моему, мы приехали. Нет, мы не приехали, блядь! Мы приехали не туда. Я думаю, это надо обмыть. Чё, якорь или чё? Ты мне говори, я сделаю. Блядь. Так. Я, к сожалению, со своей задачей... Немножко не справился. Так, ну вроде дырок нету, сам. Ну как это? Ну почти. А будет ли? О! Я теперь прошил двоих сразу, видел это? Нет, это поприятнее стало, поприятнее ПВП. Боевка? То, что не стоприт персонаж? А! У меня для тебя плотину. Какого хера монстр, блин? Он же целый был. Я не знаю, черт возьми. Он не дождался нас буквально. Ну, поплыли куда-нибудь, я не знаю. Что-то. На чем? Там по макулы у меня патронов не осталось. Ну, жесть. Русалка, красавица. Я думаю, это надо обмыть. А, я нашел змею. Да ладно. Да, она на меня шипит, мне страшно. Не могу помочь. Она здесь, ты идешь прям к ней. В смысле прям к ней? Вот она, кекс. Так куда смотреть-то? А. Как тебе такое домашнее животное? Экзотичненько, да? Я умею укрощать змей. Сейчас, погоню. Это следующая стадия украшения. Как-то это тоже что ли? Не эпично. Она просто исчезла. О, полосатая! Ты говорил, редких нет. Да ладно. Иди сюда. Не, это клево. Это как долматинец, да. Только свинья. Ну и мрази же мы. Змеи. Просто представь, если бы. Я не знаю. Егор Крид убивал тех, кому понравилась его песня. Ну, серьезно. Ну, так ну, нельзя так делать, мне кажется. Я так больше делать не буду. Так. Возможно, у нас будут проблемы. Это еще... Да нет, ты как всегда делаешь все великолепно, мне кажется. Пойду, достану пару досок. Ну, тут просто мель слишком большая была. Я не увидел ее сразу. Треуголка. Она была треуголкой, но стала одноголкой, потому что наушники смяли другие два угла. Одноголка. Так, чуть-чуть левее прямо по курсу. Прямо по курсу сейчас. Да. Хорошо, давай я сзади тебя подержу немного. Ты руль неуверенно держишь. Давай, вот так. Да, крути. Ты поставил тему из Титаника? Нет еще? Нет. Можешь нет, поставить. Еще не поставил. Почеши мне за ушком. Чешу. Гай. Твою мать! Будильник! Да ты... Я поймал его.
Рановато. Нормально, сойдет. А почему он не кидается? Нормально. Че, хочешь с носа чардж сделать? Конечно. Давай. Блин, слушай, не задел. Профессиональный пират. Что? Да! Я пошел, мобстер, мне не до скелета. У нас теперь вон она. Курка и хрюшка. Курка и хрюшка. Блин, я их не буду торговцу давать. Выбери хорошую, выбери полосатую или пятнистую. Не бери обычную. Ну блин, тут не очень много. Вот это нормальная? Не, она какая-то полосатая, она какая-то меченая. Во, черненькую, смотри. Давай. Есть бекон, чтобы заманить? Не, у меня есть. Во. Опа! Красиво! Ее в трюме не будет видно, ну ладно. Давай. Ну-ка, возьми подержать его, я посмотрю. А, давай, да. Прикольно. Все, давай, я ее донесу. Как ее назвать? Ну, надо назвать ее. Черныш? Ну да, мне нравится черныш. Это. Было прикольно белую свинью чернышом назвать. Барака-ба... Нет, это уже... Не надо. Череп в небе, слышь, мопс? Где? Мопс, череп в небе! Где? Поехали! Алярм, на севере! Сука! Нихуя он огромный! Побежали, быстрей! Нахер квесты! Или набрать квесты! Нет, нахуй, квесты, нахуй! Бери ядра, все есть! Бананы есть, все есть! Бананы взял! Не знаю! Куда бананы выложить? Банановый отсек. Якорь. Я упал в воду. Я иду обратно. Давай быстрее назад. Там я банан, уже якорь поднял. Там был еще один банан. Насрать! Поднять паруса! А, да. Спустить. Есть. Развернуть. Ветер не сопутствует нам. Ебическая сила, какой он красивый. Они на этих башнях находят. Да ёб твою медь! Ёб! Что, тебе в рот попало? Ну, почти. Ну всё, суки. Давай, Кирилл, я с доски. Сдох? Доски, говорю, буду... Ага, давай, да. Есть. Надежда на тебя, чувак, от тебя зависит моя жизнь. А! Давай. Жизнь нашего корабля, это наша жизнь. Так, я с одним начал драться, он больше не стреляет. Еди! Выйдите, дайте выйти! Так, мопс, я сейчас появлюсь на корабле. Надо было сразу страйкнуть. Мопс, там, короче, 6 киллеров тебя с одного места. Они развернулись и опасали меня. Нормально, я немножко работаю по ним. Короче, я весь в кальции, если что. Блин, балдежно, тут, конечно, погодка. Я бы тут остался. Глянь на эту бухту, классно. Блин, я бы хотел с высокоскоростным интернетом здесь, в таком месте жить. И чтобы магазин рядом, значит, вот идеальное место, вот здесь стоит, короче, мой дом где-нибудь, вон там. Подожди, ну. И вот где-то на том краю, чтобы не видно было из окна, лента 24/7. Как бы вообще идеально. Туда каждое утро приезжает кассир, короче, на такой шлюпке. Вообще срач, он там. Ну, точнее как, они там меняются, раз 24/7, значит, они меняются каждые 8 часов. Чтобы и ночью можно было сникерс купить. Да. Не, качалка на острове не нужна, можно сам что-нибудь. Ты сам что-нибудь, да. Будешь кокосы, там, сделаешь себе что-нибудь. Так, теперь нам надо будет как-то сейчас грамотно уйти вправо. Надо было парус убрать. Сейчас уберу, маневренность будет выше. Мне кажется, мы застряли, Кирилл. Я пойду это. А дырок нет, кстати, в порядке.
О, кстати, возможно, сейчас... Же... О, Мари, ща, выберемся. А, нос там... Да, нос... Нет, мы в ловушке. Да все нормально, что ты понимаешь. А что ты хочешь с ними сделать? Я, конечно, сейчас полностью скручу его, но мы носом застряли под мостом, и он сквозь текстуру не проходит. Да не может быть такого, я не верю, что настолько подробная игра. Как видишь, он ударяется в них. А заднего хода здесь нет? Может попробовать потянуть как-то? Я когда паруса сворачиваю, он чуть назад сдает. Может быть удастся как-то? Сворачивай, видишь, он чуть сдает назад. Во-во-во-во. Да, честно говоря, не вижу. Я тоже теперь не вижу. Теперь он этого не делает. Так, подожди, давай мы полный ход дадим просто. Угу. Ну, да, вот как бы так. Ты хочешь пойти на пролом? Я понимаю, да, это неплохая тактика. Может, развернем парус как-то против ветра, чтобы нас чуть назад откатило? Это работало, всегда так, работало. Тут, по-моему, так как раз не работает. То есть ты не можешь не вперед, так скажем, плыть. Давай в сторону его. И вот теперь сворачиваем его. И мы чуть будем назад, по идее, сдавать. Хотя не знаю, в чем логика, но... О, видишь? Он чуть-чуть сдает. Я не понимаю, как, когда он это делает. А дальше-то что? Дальше он обратно вперед едет. О, это что произошло? Я не знаю, Слава, Посейдону. Отлично. Не хочу сильно мощнить, потому что наверняка найдутся люди, которым игра очень понравилась, и они будут ее всеми силами защищать и меня хейтить. Но вот я вспоминаю один момент, когда... Два босса. Короче, хочу сказать, что сейчас, чтобы успешно продать игру, надо сделать хороший ролик на выставке какой-нибудь E3, Gamescom. И заплатить некоторым людям. И выпустить бетку, сказать, что это лишь сотая часть контента. Все. Все. Ну это, блин, серьезно, это как пробник игры. Вот, ну. И причем она в бетке была очень веселой, и такую. Как бы, ну, в том плане, что она такую же и осталась на релизе, вот что. Да, то есть, как бы, ну, вот, два дня ее придет. Блин, прикиньте, реально игра типа Раста с водой. То есть, все, вот, убрать вот эту часть, добавить Раст в эту игру. Maybe. Реально, плывешь на остров, там кто-то на вышке, типа, испанцы! Так, ты такой, подожди. Я читал, я вижу, что будет твоя пиратская база. Ну, это... Где она? Патч, ее в релизе хотели сделать. Ой, смотри, впереди корабль. А, ну он стоит. Есть там. Есть смысл драться? А, не, никакого. Мы вообще ничего не потеряем, ничего не приобретем. Прикиньте, реально на базе раз, там, вот этот, строишь свой корабль, кто-то плывет, ты его видишь, открываешь дверь, выбегаешь, там, вот это вообще бы круто. И если ты теряешь свой корабль, то ты теряешь свой корабль. Если тебе его разносят, тебе надо сделать заново. Ты новый строишь, ты просто на респишься и строишь новый корабль, прям доски прибиваешь. Хотя бы, даже на самом деле вот эта скинозация, блин, или как это сказать, вот эти скины, если бы оружие хай-левела давало больше дэмэджа, например, хотя бы, чтобы оружие хай-левелное давало больше дэмэджа, был бы смысл фармить одинаковые квесты. То есть ты фармишь одинаковые квесты, становишься сильнее, у тебя появляется преимущество над другими игроками, тебе больше смысла драться с ними, потому что ты сильнее и с большим шансом будешь побеждать. И забирать их лут. Если у них нет лута, ты просто занимаешься херней. А в качестве баланса ты попадаешь на сервер таким же. Плюс-минус. Да, то, что респ в 5 минутах от того места, где ты сдох, Это тоже next level. Просто next level. То есть PvP плохо во всем, то есть во всех аспектах. Ники видно за 100 метров. Серьезно, под водой ники видно, вообще пиздец. Под водой я подплываю, чуваки сверху видят мой ник под водой. Здорово, блин. Ты с чем? Вот это прям что-то совсем какая-то хрень. Не, я, наверное, все, мопс. Что-то. Ну ж как скажешь, я не в обиду, я все принимаю, чувак. И... Давай. Сам в восторге, как видишь. Подводим небольшой итог. Разочарование.
Да, правда, разочарование. Пиратские базы. Я когда читал интервью, блять, как же было охуенно все. А в итоге добавили фракции, добавили репу, добавили цель. Казалось бы, но эта цель вообще ни на что не влияет. В этой игре вообще ничто ни на что не влияет. Шмот не влияет на твой урон, не влияет, убил ли ты человека или не убил. Он убил тебя, он ничего не получил. Если бы тут больше было влияние друг с другом в различные аспекты игры, то было бы вообще прям шикарно. Мое личное мнение. Тут я соглашусь с Кексом, естественно, мы с ним в бету играли все и с Мелом, сколько мы проиграли, понятное дело. Но я не знаю, как дальше. Может быть, на четверке, конечно, будут другие совсем эмоции. Ну, все же это четверка, повеселее как-то, чем вдвоем. А вдвоем больше ты на игре концентрируешься, а там, может, как-то друг с другом рофлишь, но все равно, типа... Все, что было в бете, было в 100 раз веселее для нас, и это все записи есть там у Кекса. У меня, может, тоже остались тут, типа, на Твиче. Но на сегодня все, ребят. Сегодня был пипец какой продуктивный день, много чего сегодня выяснили. Выяснили, что эта игра немножко печалит. Выяснили, что мне нужно кучу багов исправить для велостримов. Выяснили, как ведется оборудование, сколько оно живет, это да и т.п. В общем, ребята, спасибо всем, что были со мной. Спасибо всем, кто поддержал. Сегодня было таких очень много людей. Я вас не забуду, ребята. Спасибо большое, если я не говорил где-то, потому что я не стал перебивать Кекса. А я не смог настроить push to talk, потому что я Васян, ленивый человек. В общем, давайте, ребят, покедово, не скучайте. И заходите еще.